Богдан и Гриша – близнецы-братья. Здорово, Гриня. Здравствуй, Бодя. Кто из них более матери родной ценен? Мой Богданушка не такой трус, как Гришка. Мы говорим «Гриша», подразумеваем полицейского неудачника. Этот Вольнов и так опер никудышный. Пошли они все. Дурак ты патентованный, Вольнов. Мы говорим «Богдан», подразумеваем с законом проблемы. Смотри. Если в тюрьму попадешь, матери потом будет не доказать, что ты был за границей. Твою ж бабу душу, мать! Богдан ваш посидит, образумится, а может быть даже и перевоспитается. Отлетав в граните, дружба между этими близнецами. Верни драгоценности, а? Полежит он за меня, а я с твоей ксивы быстро все распутаю. Ради прикрытия Гриши Богдан поменяется с братом местами. Привет. Михаил Тарабукин и Михаил Тарабукин. Они еще с детства нас своей похожестью разыгрывали. Жизнь у вас, конечно, захватывающая, но с меня хватит. Ты на зону, я домой. Без прикрытия. Премьера. Смотрите только на Пятом.